Есть интересные моменты, но я их не понимаю. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на новый клип Ларина, который называется «Апокалипсис сегодня». И что я хочу сказать... Прошлый его клип, который на часах 23 и на шахах 30, был кайфовым. На самом деле, даже сам трек он в итоге заел в голове, особенно припев. Окей, я не знаю, чего ждать от Ларина, потому что он поставил планку высокую. В плане качества картинки я уверен на 100%. Вот в плане трека надо слушать, погнали смотреть. Потому что качество картинки Ларин умеет это делать. Ну, что мы уже увидим. Интересная операторская работа, уже видна, интересные какие-то образы. Окей. Пока неплохо. Прикольно. Странное сидение, очень странное сидение. Ну, клип классный. Сложно понять. Из-за сидения, не из-за Ларина. Есть интересные моменты, но я их не понимаю. Слишком сильно сидит голос в миксе, прям он утоплен в нем. Похоже, некоторые треки Скриптонита в этом плане. Куплет странный, но вот припев... Блин, классный клип, очень классный клип. Сложно понять. Прикольно. Круто. Образы какие-то вот такие, вот именно вот образы в клипе, какие-то вот интересные кадры, они очень крутые, очень крутые. Операторы молодцы, вот сколько операторов было, гляньте, сколько было операторов. Очень, все операторы большие молодцы, я хочу сказать, что это очень крутая работа. Музыка, гитара, сведения. Сэм Каштан, Red Lamp. Red Lamp! Я знаю, классный у него канал. Сэм очень крутой чувак, но вот со сидосом именно в куплетах я вот что-то не сильно согласен. В плане, очень сильно он утопает в миксе. Это частично хорошо, когда микс и голос, ну, как бы песня, бит и голос звучит как бы вместе, но настолько сильно голос утопает в нем, что не очень понятно, что читается, что поется и так далее. Сэм... Не надо было так делать, не надо было сильно утопать в миксе, это было бы странно. Это было странно в этом плане. Блин, я аж путаюсь. Клип крутой, знаете, обидно то, что я реально половину не понял. Даже большую половину я реально не понял. Я понял только вот хук, который типа «Пока в дом летит сотня килотонн, апокалипсис сегодня, спасибо, я готов», это я понял. А вот дальше очень сложно, словами, отрывками каким-то, что-то понимаешь. Но вот работа именно операторская, именно для клипа, именно вот эти образы с... даже, ну, как это, огнеметом можно называть? Горелкой здоровой, с виселицей, с лодкой, с гробом. Это все очень круто. Особенно классный был момент, когда он поджег воду, по бензину, бензин, тыр-пыр, и подожгл, в итоге поджегся и гроб. Это круто. Это реально интересно выглядит. Это очень необычно, потому что в текущем... В текущих реалиях таких клипов не то что единицы, их очень-очень мало, их супер мало. В основном вы знаете, какие клипы сейчас-то бабы жопами трясут, там кто-то, блядь, ветками махает, на этом конец. В этом плане этот клип очень крутой.
Ну вот, блин, надо будет прислушать еще раз. Надо будет прислушать, я видел, там есть субтитры. Надо будет посмотреть субтитрами, оценить текст, потому что текст вроде бы звучит интересно, именно само его построение. А вот сведение, Сэм, Редлэмп, зачем так? Но он все равно молодец, то, что вообще интересно, то, что они начали вместе работать, это круто. Это круто, прям я поддерживаю такое. Ребята, ссылка на оригинал в описании, приходите, подписывайтесь на Ларина. Ларин большой молодец, типа, вот, я помню еще в прошлом клипе он говорил насчет того, что, типа, он написал в комментариях, слушай, так, проезжай в Питер, снимем клип, ну, я бы приехал бы в Питер, но далековато, на самом деле, блин, такую работу операторскую, это очень круто, и режиссура, и сами идеи, в этом плане Ларин молодец, все. Смотрите клипы хорошие, напишите, что вы поняли в клипе, что вам понравилось, что вам не понравилось тоже. Всем удачки, всем пока. Пау.